Ой, я уже не помню, в каком музее последний раз был. Вот на филармонии какой-то там, или где у нас музей есть. Последний раз я был в музее в Корее, вот так могу сказать. Честно говоря, еще не был в музее. Ни разу? Нет, ну был, но давно. В каком? Фрунзе, музей Фрунзе. Здравствуйте, можно вам вопрос задать? А когда вы были в последний раз в музее и в каком? Ой, не знаю. Не было в музее? Да. Никогда? Нет. А вы? Чо. Видно в музее, говорят, когда мы сидим. Чо. В музее я был в Фрунзе. Ну, уже 2 недели назад. А вы? Тоже вот музей имени Фрунзе. Тоже так же вместе были. А, давно не был в музее. Ну, в последний раз. Ну, сейчас на ремонте все. Почти в основном. А можно вам задать вопрос? Насчет? Последний раз, когда вы были в музее и в каком? Это был музей исторических наук вроде, находится на площади. Это было, не помню, когда в 10 классе. Какой год приблизительно? Приблизительно 2015. Ни разу не была. А вы? Честно, тоже ни разу не был. Жаңы эмеден келдигим да Америкадан анан баралекмин. Америкадан музейлерге бардыңыз ба? Да, Америкадан көп жерлерге бардым, эмнеге бардым. Майамиге бардым, Ниагарага бардым, балдарым алып барды. Ошо ул экинчи балам чыкты. Музейге бардыңыз ба Америкада? Музейге, музейге бардым. Кандай атларын унутуп койдум, бирок деген тиги эмеден баштап жанагы американистерден тиги айга барып, ошол жерден алган эксперименттерин көп нерселерди көрүп келдим. Ой, давно уже не была ни в каком музее, честно говоря. Не помните, когда последний раз? Последний раз я не помню уже, когда я была в музее. Не вспомню. Ну, в том году был. В каком? Сейчас я вам скажу, в каком я был. Ну, вот в национальном был музей, не на самом деле, где вот выставка была недавно такая, скандальная. Очень давно. Последний раз была в музее с внуками, в этом зоологическом музее. 3 года назад. Водила туда внуков. Это, музей Фрунзе. 4 года назад были в музее Фрунзе с детьми. Давно был, за границей был. Можете назвать? В Стокгольме был. Название музея можно? Я не помню уже.